Всім привіт, з нового Атланті. Сьогодні ваш мені хочу представити чи не свою розпаковочку, чи не свої посилочки. Пишіть, що я в магазин AliExpress. Що тут здесь знаходиться в этой части. Все они стелсовские, так что я понять не имею, что на них, в них находится. Зашибись, так, что это у нас? RFZ, что ли? 44-й. А, нет, LM317T. Это у нас стабилизатор питания. Ну ладно. Не транзистор, который я подумал, но тоже они идут. Но стабилизаторы лишние не будут. Вот такие вот всем известные стабилизаторы напряжения. Что рассказывать про них, я думаю, не имеет смысла. На этом все. Спасибо всем за внимание. Надеюсь, вам это понравилось. Так что всегда подписывайтесь, комментируйте, ставьте пальцы вверх. Всем пока, до встречи.